Если вы хотите получить хорошую обработку почвы и качественное измельчение пожневных остатков, смотрите этот обзор до конца. Добрый день, уважаемые аграрии! Мы находимся в Жаркаинском районе, поселок Косточево. И сегодня у нас на обзоре дисковая барана БДП-6х4М Дана, производство «Алмаз». Директор ТО «Жаркаин» Виталий Петрович. Виталий Петрович, мы хотели бы узнать, как показал себя дискатор производства «Алмаз» Дана. Вы приобрели 6-метровый 4-рядный. Да, мы приобрели для целей разработки целинных залежных земель. И сейчас используем его вот наглядно. Он работает здесь. Ну, агрегат очень понравился. Я давно мечтал о таком. И в этом году спасибо Казагроэксперта, которые предложили нам такой агрегат. Сами привезли, сами собрали. Вот мы эксплуатируем сегодня его. Здорово, замечательно. В работе он вас устраивает? Да, да, да. Хорошая глубина обработки, хорошая. Выдерживает? Да. Лугами тяжело пахать, а этот полегче немножко. Сейчас забараноем эту площадь и все, и будем готовить на следующий год к посеве. Ну, по срокам успеваете вот заданную площадь, которую вы хотели? Да, мы, в принципе, уже обработали много. Сейчас здесь закончили участок, перейдем на другой участок. Здорово. Спасибо вам за хорошее предложение. Ну, когда мы приобрели, Казагроэксперт привез сам на своей машине с краном, разгрузили, сервисная группа собирала, это была зима, но они быстро собрали за 1,5-2 дня. Ну, в принципе, мы только смазали кое-что и готовим к эксплуатации ежедневно, проверяем и все. Молодцы. То, что хорошо, что своя доставка и свой подъемный механизм. Глубина обработки данного агрегата до 15 сантиметров. Регулировка глубины обработки почвы стяжками опорных катков. Также вы можете регулировать угол атаки диска от 5 до 25 градусов. В зависимости от ваших почв вы можете выбрать каток на выбор, а именно комбинированный, зубчатый или же спиральный. Увеличенное сечение труб рамы изготовлено из высокопрочной стали 09Г2С. Эффективное измельчение растительных остатков. Самозатачивание дисков за счет оригинальной радиусной заточки лезвия. Повышенная прочность подшипникового узла за счет увеличенного размера гайки М27. Производительность до 7,2 гектар в час. Ширина захвата 6 метров. Количество рабочих органов 56 штук. Рабочая скорость до 10 км в час. Агрегатируется с тракторами мощностью 300-350 лошадиных сил. Расстояние между рядами 850 мм и 400 мм между дисками. За счет большого количества рабочих органов и большого веса эти орудия – прекрасные планировщики полей. А сейчас мы возьмем отзыв от инженера Артема, который работает в ТО «Жаркаин». Хотели бы узнать, да, как вообще работает дискатор Дана. Агрегат вполне справляется с данным типом почвы. Угу. Хорошо показывает себя, удовлетворяет. А на какую глубину вы работаете? Сантиметров 10 местами, где-то больше, где-то меньше. Угу. И, в принципе, вообще как агрегат? Сколько вы уже прошли им? Ну, прошел немного, вот недавно сцепился им. Угу. Как бы, ну, хорошо себя показывает данный агрегат. Вполне доволен им. А сейчас с нами представитель будущей агросферы Влад. И мы, Влад, хотели бы у тебя узнать, вот ты ездишь, смотришь, как проходит процесс вообще, тебе нравится, что бы ты хотел сказать? Ну, я вот езжу, смотрю поля, как занимаются этим всем. Конечно, я хочу стать в будущем работать так же. Продолжать дело, продолжать, да? Продолжать делать. Ты сейчас учишься, смотришь, да, все эти моменты? Да. Тебе нравится? Да.
очень нравится. Это здорово, это круто. Если вы хотите получить качественное рыхление почвы, подрезание сорных растений, измельчение пожнивных остатков и выравнивание поверхности поля, приобретайте дисковую борону «Дана» производства «Алмаз» с лучшим сервисом и гарантией в компании «Казагроэксперт».